Юпитер. Двадцать пятьдесят один по Киеву. четырнадцатого июля 2019 года. В такую рань я, конечно, еще Юпитер не снимал. Просто потрясающе. И спутники видны. Совершенно еще светло на улице. Да. Удивительно. В сумерках спутники Юпитера видны лучше, чем посреди ночи. Специально ради этого эксперимента вышел. Все четыре спутника вижу. Слева один от Юпитера. Чуть правее два сдвоенных. Надо же. Вот настолько светло. Удивительно, просто удивительно. Из-за слишком большой контрастности, видимо, ночью тяжелее. Навестись фотоаппарата. О, в левом верхнем углу 100-километровый кратер, круглый абсолютно, Платон. Сейчас вверх экрана оползет. Вот коснулся его. Послезавтра частичное лунное затмение. Если повезет с погодой, поснимаем. Лады. Вчера снимал сближение Юпитера с Луной. Было красиво. Завтра будет, послезавтра, сближение Сатурна с Луной. Но не настолько близко он подойдет, как Юпитер. И, конечно, Сатурн не настолько ярче. Не такой яркий, как Юпитер.